Добрый день, дорогие коллеги. Мы начинаем эфир передачи. Юрий Марченко, середина дня. И Юрий, наш коллега из города Улан-Удэ, к нам уже присоединился. Юрий, приветствуем вас. Приветствую, коллеги, рад всех видеть, рад всех слышать. Как э, в преддверии сказал, информации особо не, не на самом деле не очень много. Если раньше, допустим, как-то готовился, что-то интересное вам рассказывал про какие-то интересные темы, то сейчас, наверное, такого не будет э, по двум причинам. Во-первых, все, что интересно, я по большому счету уже рассказал. Если вы посмотрите старые записи, старые пер, пер, записи, то там Тема в основном – итоги изменений, итоги изменения. То есть, в принципе, ничего такого сверхкрутого, раскрутого нету. На этот раз у нас тоже есть итоги и изменения, мы о них поговорим. А, а вторая причина – это то, что я э, все-таки сейчас очень сильно работаю там, над, на, э, над обновлением все, всей линейки, в том числе над обновлением э, инвестиционных моделей. Э, у них есть свое… Э, обретает свое имя, обретает свою статистику более-менее крутую, дату. То есть, как я уже ранее говорил, что-то, что, -то, что и расшарено через MyFixbook, оно а, будет убираться, потому что в этом нет необходимости. Знаете, я даже по-другому скажу. Вот а, у меня есть ресурс, а, ну, на, а, там, в принципе, вы с ним все знакомы, если смотрите не первый раз, да, и вот, а, допустим, то, что можно замониторить через сервис myfixbook.com, то есть независимый сервис мониторинга, а, можно... В принципе, ну, я это сделал, да, расшарил, и можно посмотреть режим реального времени абсолютно каждый счет. То есть вот те счета, на которых... Так, у меня карандашик, карандашик не хочет работать. Сейчас мы его перезапустим. Ладно. Те счета, которые можно, в принципе, посмотреть реального времени, допустим, инвест-1. А... Ну, вот, видите, как защита банковской оплаты. Жесть, конечно. Так что посмотрим, чтобы здесь под учеткой не зашлось. А то, если зайдем под учетку, то мы все увидим баланс. А баланс здесь. То есть здесь, в принципе, можно посмотреть абсолютно все, кроме баланса. Да, то есть, с какого периода работаем, где доходность, где расходность и прочее, прочее. За этот год 2,5%. Вот. и... К чему я это все? К тому, что вот этот мониторинг есть, это моя отличительная особенность. У меня таких мониторингов много. Некоторые из них уже не работают. Здесь инвест номер три, это он у нас исчез, и все, в принципе. Остальные все работают. Не все расшарены, то есть здесь есть 6. а на самом деле инвестиционных счетов на самом деле много, и некоторые просто нельзя расшарить в силу технической причины, либо потому, что там есть то, что ну, не желательно к просмотру. Я не говорю о том, что счет слит, там, да, я не хочу показывать. Я говорю о том, что на конкретном счете работ, велась работа до того, как я начал, э, так сказать, управлять этим счетом. Поэтому у людей, которые смотрят... Ну, здесь, допустим, чисто мой результат. Ну, результат э, тех стратегий, которые присутствуют. Так вот. Э, а там еще, там, знаете, в истории, там, не знаю, какая-то катавасия, полусливы, которые люди начнут там, относить ко мне. И э, к чему это все рассказываю? К тому, что э, в принципе, это можно посмотреть. Это вот у нас уже, там, полгода, наверное, голбасится здесь, да, без всяких э, изменений. Но у этого есть обратная сторона медали. А, людей, это не привлекает, я так понимаю. Не знаю, ну, если я ошибаюсь, напишите там сейчас там в чате или потом в комментариях, если будет запись, да. Значит, я, вас, в своем случае, сколько с людьми, кто реально там инвестирует в эти стратегии, не разговаривал, сколько я не спрашивал мнения людей, это, то есть, не убеждает вот эта вот кривая доходность. То есть фактически, когда человек принимает решение, например, об инвестициях, он в основном э, слушает э, ну человека, который, да, условно говоря, управляющего. Если речь идет о персональном, да, там, например. Ну, то есть, разговаривать там со мной, если человеку там нравятся мои стратегии, мое мировоззрение, мои там рыночные понятия, да, условия, условия трейдинга, да, сколько под риском, сколько не под риском, какая потенциальная прибыль и так далее, и так далее. вот человек основывается вот на вот этих вот, то есть, стоит ли инвестировать в стратегию, либо нет, вот основывается на вот этих вот вещах. Вот. а отнюдь не по кривой доходности. Тем более, что здесь есть, например, истории, где там, например, просадка там порядка 80%, но людей это надо отпугивает. Но за этой статистикой, открытой статистикой, я так полагаю, следят достаточно большое, ну, не то чтобы большое, да, но, наверное, следят люди, которые ждут, когда я уделаюсь. То есть, когда, которые ждут, когда вот цена пойдет вниз, да, и вот как только она там пойдет, так сразу начинается такие вот возгласы, типа, а вот ты вот не умеешь там управлять, то есть не умеешь торговать, все это все, говно, все это и прочее, прочее. То есть то, что было до этого, там, то, что там прирост там под 80-50% по процентов на счетах, это все как бы пофиг, да, вот когда начались какие-то хоть небольшие проблемы, начинается момент. Поэтому... С новым ресурсом я сейчас этим плотно занимаюсь. Что-то будет такое смежное. Ну а если уж конкретно кому-то захочется посмотреть на действующие счета, на реальное портфолио, то, безусловно, в личной беседе я все стратегии могу показать. Вот в этом плане мне есть что показать, и, и напротив, и нечего скрывать. Значит, какие здесь события? Инвестиции номер три. Вот этот счет перестал существовать. Со мной закончил работать один инвестор. Значит, негатива никакого нету. Значит, по счету зафиксирована работа не сказано. Ну, это был один из самых сложных, на самом деле, счетов. Просто там не было движения порядка больше, чем 8 месяцев. Ну, имеется в виду, профиль никаких движений не было. По итогу, по итогу у нас потерь там никаких нету вообще, в принципе, да, даже где-то там профит успели захватить, вот, и, ну, это просто было, так сказать, принято решение инвесторам, он нашел, как он мне сказал, другой способ инвестирования, более рисковый и более доходный, если, как он сказал, там не прогорит, то вернется и, так сказать, профит оттуда завернет сюда в качестве диверсификации. То есть фактически, ну, куда-то пошел разгонять депозит. То есть я с этим не справился, но у меня нету задачи, на самом деле, разогнать депозит. Да? То есть у меня работа в долгую, я лучше буду э, потихоньку, помаленьку, там, по 5%, по 3% в месяц, да, чем брать, разгонять депозиты и так далее, и так далее. Но за эту же неделю прибавился еще один счет, прибавился более там, серьезные инвестиции, поэтому мы двигаемся по плану, объем совокупный растет, и здесь расшаривать его не получится, но мы с сегодняшнего дня с человеком начинаем работать. Вот. Значит, здесь есть, короче, в общем, изменения. Кто-то ушел, кто-то пришел, все круто, все классно. В целом, по позиции, ну, ситуация там вышла такая очень интересная. Этот счет торгует на евро-долларе вернее, этот робот торгует на евро-долларе. А у нас своего рода там сейчас замок, такой настоящий замок, поэтому у нас, видите, как бы, если посмотреть, да, <coughs> текущий просадок как бы появился, но он не растет, и он не уменьшается никуда, он просто находится в замке. А замок вот мы поймали на вот этом движении, то есть здесь есть лонги у кого-то, здесь есть шарты у кого-то, вот мы вот сейчас болтаемся в середине. Ну, что сказать, да, возможное сворачивание программы количественного ужесточения с точки зрения, ну, вернее, со стороны США, о котором было анонсировано в прошлую пятницу, в результате чего, собственно говоря, доллар подешевел по отношению ко всем инструментам, и это маленечко испортило наши планы. Вот. И фактически без этого момента мы бы сидели бы в более выгодной позиции. Ну, что случилось, то случилось. Сейчас, честно говоря, жду флета. Сейчас алгоритмы работают на все направления, и мы тоже ждем флеты и ждем завтрашнего фонса. Вот там уже будет, надеюсь, будет более-менее ясность, хотя я думаю, что мы какой-то длительный промежуток времени вот в этом боковике а, проторгуемся, и в принципе для стратегии боковик это на самом деле хорошо. Что касается других направлений, тоже есть инвестиции, тоже добавили инвестиции в в другое направление в стратегии option, это торговля опционами. Тоже есть состояние портфеля, которое тоже можно посмотреть в режиме реального времени. Но там не в режиме реального времени, да, то есть там данные выгружаются из отчетов по утрам, по моему утрам, да, по Москве это вообще ранее раннее утро. Но, тем не менее, значит, есть что посмотреть. Здесь четыре, на самом деле, портфеля, сейчас тут отображено три, четвертый не загружали, потому что там история неплохая, и, наверное, здесь не будем прогружать, потому что более динамично. Значит, что? Э, стратегия очень простая, пока продается ближайшие э, колы путы и откупаются колы путы на следующем страйке. Э, значит, здесь в этом плане лучше посмотреть, как это выглядит на э, текущем графике, кто не в курсе, да, ну вот у нас э, на Сишки есть позиции 63 500, э, мы ждем вернее, мы не ждем, да, у нас путы проданы на 63 500, значит, пока до них речи вообще не доходит, это мартовские опционы, я уже, в принципе, об этом говорил, вот, и 73 колы, и 73 500 колы откуп, проданы и куплены, соответственно, ну, и, собственно, задача какая? Задача моя, да, ничего не делать, если цена никуда не пойдет, из этого ждать, когда опционы распадутся, получить премию процентов 10-11 по разным портфелям. Ну и здесь, собственно говоря, тоже загружаем Продолжение Значит, маленечко испытывали на этой неделе а, ну, не то, чтобы там неприятность, просто РТС подрастала. Ну, я не думаю, что РТС будет подрастать еще, так же, как и не думаю, что доллар-рубль будет заваливаться еще. Скорее всего, все маленько при, приостановится, значит, налоговые выплаты там уже приостановлены, Центральный банк Российской Федерации откупает валюту. А, по нашему рынку вообще, блин, да, был позитив на, на русале, и он все падает. Ну, кстати, прикольно, если кто обращал внимание, да, по русалу, он падает у нас и в это же самое время растет в Гонконге. В момент публикации вот этих вот новостей относительно снятия с русала был очень большой спред между гонконгскими русалом, да, и, и нашим, да, и когда, собственно говоря, новости получились, тот начал растеть, начали падать, Но вот арбитражникам, пожалуйста забава. Если посмотреть, как все это дело поработается здесь, то, ну, вот по большому счету вот так здесь баланс, наверное, убирается. Значит, что? Порты вот они самые проданные колы, вот они самые проданные, купленные колы, то же самое. Сейчас, в принципе, РТС от, заваливается вниз, поэтому мы выходим в плюс абсолютно по всем портфелям здесь. В целом проблем никаких нету. Есть еще один портфель, о котором я говорил, но он пока еще не загружен. Честно говоря, я жду, когда будет какая-то более-менее что-нибудь такое паническое. Думал вчера. Я думал, вчера будет... Не, не вчера. Когда был понедельник? Да, вчера. Я думал, вчера будет какие-то панические настроения на рынке. Ну, типа там, Русал, все дела, РТС так был на своих хаях, думал, как пойдет пробивать, какая-то вола вырастет, и я тут бац, и продам опционы. Но нифига не получилось. Нифига не получилось, не было той самой паники, поэтому просто просто сидим, ждем, не загружается. Напоминаю, что по большому счету, да, я досиживаться в... в, 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 в Досиживать в большей степени до экспирации не буду, несмотря на то, что экспирация данных опционов состоится там в марте, 21 по марта, если мне память не изменяет. Да, 21 марта состоится экспирация опционов, но если мы вот в аналитике, да, посмотрим, как быстро, так сказать, приплывает прибыль, да, то за последние там, скажем так, последние 10 дней... Последние 10 дней прибыль, ну, она уже практически сильно и не нарастает. То есть тут график становится такой пологий. То есть последние 10, последние 5 дней из-за распада опционов фактически никакой прибыли не приносит. Поэтому сидеть будем числа до 5. До числа будем до 5 сидеть. Да, числа будем до 5. К тому же у меня есть план уехать в отпуск. Тоже числа 5. Не знаю, как все это реализую. Ну, ладно, бог с ним. Вот. И по большому счету уехать с... Закрытыми позициями, как минимум, по опционным портфелям. Ну, вот, в принципе, и все. Здесь ничего такого сверхъестественного, ничего такого сверхнового я вам сегодня не рассказал. Хотя, в принципе, по, по портфелям, да, по Форексу, где-то деньги ушли, где-то деньги пришли. Работаем, особых проблем никаких нету, больших просадок нет. Кстати, интересно посмотреть, какие сейчас текущие просадки пишут. Да. Но ну, на самом деле полтора. 0,5%. В принципе, немного. В принципе, немного. Ждем ФОМС и уже там э, смотрим, какие, какие будут крутые движухи будут. Все, коллеги, если вопросы есть, задавайте. Если нету, э, то я тоже буду закругляться. Хорошо. Спасибо большое, Юрий, вам, за ваш обзор. Давайте остановим демонстрацию рабочего стола. Хочу уточнить отпуск 5 марта, я так понял, или февраля. <связывая> марта, марта, нет, а, не февраль, однозначно. это я не знаю, это будет первая половина марта или вторая, потому что ни билетов не брали, ничего не брали. У меня этим жена заведует, но она не заведует, она напоминает. Я понял. Куда она вас зовет в теплые края? <связывая> <связывая> да, она меня зовет в теплые края. Дело в том, что я живу в Сибири и э, с, от меня, я тут такой небольшой секрет скажу, да, от от, от меня очень э, сейчас выгодно лететь вот по азиатским странам. Почему мы сейчас упор идет на азиатские страны? Потому что если все получится так, как я рассчитываю, то там в обозримом будущем, в небольшой перспективе, 2-3 года, я покину Сибирь, надеюсь. Вот. И тогда в Азию уже будет летать дороже. Поэтому я тут, э, так сказать, туризмом пока занимаюсь, пока есть возможность и пока я нахожусь близко. Понятно. Вы ближе к Москве собираетесь пробираться? Это... Да, yeah, yeah. вот смотрите, у меня, если я пошел по этим стопам, по этим стопам рынка, да, сейчас э, портфель набирают там э, в, на фондовом рынке, в том числе, да, мне часовой пояс, он меня просто в какой-то степени выбешивает, потому что сейчас только вот началась вторая часть торговой сессии на Москве, да, а у меня уже, я ребят, скажу, 8 вечера, 8 вечера. Основная сессия заканчивается, по моему времени, без 15-12 ночи. То есть, в принципе, я я очень у меня есть много времени подготовиться mm -hmm. к основной сессии, вот э, буквально поработать до обеда, а потом уже все, потом уже семья родная. Именно за это я люблю стратегии, которые не требуют большого внимания. Mm -hmm. Я понял вас, друзья. Юрий Марченко только что попытался вас надурить. Он говорит, что живет в Сибири. Вы жили в Сибири до 1 ноября 2018 года а потом Бурятию включили в состав дальневосточного федерального округа. Вы теперь живете на Дальнем Востоке, вы теперь ну, дальневосточник. Еще <с дальше, еще дальше. Как они додумались до этого, я не знаю, но это факт, друзья. Улан-Удэ, теперь Дальний Восток. Как люди к этому относятся, Юрий? В цензурных поражениях, пожалуйста. Да знаете, как-то, не знаю, я как-то к этому никак не отношусь. Я особо мнения людей даже не читаю. Мы пытались подписать петицию, то ли анонимную, то ли не анонимную. Потом все сказали, дадите вы в пень, соберите десь. То есть, как бы особых митингов, протестов нет. У нас ничего не изменилось, по большому счету. Я понял вас. Ясненько. Я подозреваю, что это все лес, это все, это все лес, это все Китай, потому что у нас очень много леса в Сибири, вот, а на Дальнем Востоке, а Китай у нас, значит, ну, его покупает. Видимо, из каких-то соображений, явно не просто так. Это у нас Медведев только может просто так часовые пояса менять, Путин просто так делить Россию не будет. Не-не-не, ну, понятно, что на таком уровне любое жужужу неспроста, это понятно, да. То есть... Не, ну, про часовые пояса, мне кажется, спроста было. Ну, просто было издевательство какое-то. Не буду спорить, вот, вам виднее, вы местный житель. Спасибо, Юрий, вам за ваш обзор, вам хорошего дня и удачи на рынке. Вам тоже всего хорошего, большое спасибо за внимание, ребят. всем успехов, встречаемся через неделю.